77 атлетов по очереди выходили на помост в эти дни. Из них 6 девушек. Конкуренции у слабого пола практически не было. Весовые и возрастные категории разные. Медали гарантированы. Но выступали барышни не ради награды. Вообще, у меня муж занимается этим видом спорта очень давно. Он мастер спорта. И как бы начала заниматься изначально с ним бодифитнесом. Ну и это все привело к тому, что вот сегодня я выступаю на соревнованиях. В пауэрлифтинге пару лет назад изменилось распределение весовых категорий. И получилось так, что по новым стандартам рекорды еще не установлены. Поэтому каждый спортсмен старается выйти на следующую высоту или хотя бы превзойти самого себя. Так, в весе до 66 килограммов среди юниоров при явном лидерстве Ярослав Блажко пошел на рекорд в становой тяге. Он поднял 225 килограммов. Просто уже знал, что выигрываю, даже вот со второго подхода уже. Ну и подумал, надо бить рекорд, чтобы как бы еще больше себе настроение поднять. Абсолютным чемпионом первенства стал Александр Басенко. Он выступал в категории до 83 килограммов. Сейчас Александр тренирует команду «Южный», которая базируется в ДК «Искра». В общекомандном зачете «Южный» выступал отдельно и завоевал 4-е место. Артем Юраш участвовал в самой тяжелой весовой категории. Не ожидая серьезной конкуренции, Артем рассчитывал на победу. Но на соревнования приехал еще один фаворит – Алексей Тимофеев из Владивостока. Он тяжелее Артема на 20 килограммов и практикуется в силовом экстриме. Между ними и развернулась основная борьба. В приседе Юраш первые два подхода выполнил чисто, но третью попытку, когда на штанге было 290 килограммов, провалил, а вместе с тем уступил и золото. В общекомандном зачете среди юниоров сборная «Уссурийска», в которой объединились подопечные Ивана Литвинова и Артема Асмирка, заняла 3-е место, а юноши стали победителями первенства Приморского края.